Просчет северных оленей закончили оленеводческие хозяйства Ненецкого округа, сообщает Департамент природных ресурсов и агропромышленного комплекса. Отельная кампания 2015 года прошла без особых осложнений. Этому способствовала погода. Весна была достаточно теплой, без резких перепадов с оттепели на мороз. Хозяйство вовремя перегнали стада на отельное пастбище. На свет появились 59 346 телят. В результате поголовье оленей выросло и составляет 186 854 головы. Сохранность взрослых оленей в регионе увеличилась на 2,2%. Непроизводительные утраты оленей в целом по округу снизились на треть. На территории НАУ работает 114 оленеводческих бригад, входящих в сельскохозяйственные организации разных форм собственности. Это 13 СПК, одно государственное унитарное предприятие и 9 семейно-родовых общин. Все они участники отраслевых производственных соревнований. По итогам соревнований лидером отрасли стал СПК «Ижемский оленевод». Здесь поголовье оленей превышает 29 тысяч голов. Валовое производство мяса – 5,8 тысяч центнеров. Второе и третье места, соответственно, СПК «Ерф» и «Харф». Основными критериями при подведении итогов отраслевого соревнования являются производственные показатели – сохранность поголовья, деловой выход телят, производство мяса. Данные мы подводим по итогам прошлого года и награждаем победителей в дни празднования главного праздника оленеводов, пояснил руководитель управления КМНС Алексей Ардеев. Наградой победителям отраслевых соревнований станут денежные премии. Для сельхозкооперативов это 300, 250 и 200 тысяч рублей в соответствии с занятыми местами. Бригады победителей получат премии от 60 до 160 тысяч рублей в зависимости от их расположения в турнирной таблице.